Оперативный штаб создают в связи с небывалым, подчеркнули на совещании, потоком туристов, которые начнут заезжать в Сочи уже 28 декабря. Работать он будет по принципу координирующей структуры, которая функционировала на Олимпийских играх. Если исходить из информации, которая звучала на совещании, то по предварительным данным количество туристов возможно приблизится к 200 тысячам. Если это будет так, то Сочи побьет рекорд даже олимпийского периода. В связи с этим все службы курорта с 28 декабря переходят на усиленный режим работы. Также в каждом районе будут созданы мониторинговые группы. Их задача – наблюдать и своевременно решать вопросы с очередями в магазинах, на автобусных остановках, в банках. Говорили в рамках обсуждения о том, что необходимо учесть ошибки прошлого года. Их было немного. Тем не менее, повториться они не должны, потребовал мэр. У нас были проблемы с логистикой, а именно пробки были. Мы имели проблемы с ЖКХ, а конкретно не вовремя очищали территории от снега. У нас тротуары были заснеженные, но это ни в коем случае не годится. Еще один вопрос касался безопасности во время новогодних праздников. В целом, сейчас уже можно говорить, что курорт полностью готов в этом отношении. Тем не менее, глава Сочи рекомендовал сотрудникам полиции еще раз обойти все торговые центры, вокзалы, театры, кинотеатры, крупные магазины и проверить, все ли у них соответствует современным требованиям безопасности. Кстати, этой теме будет посвящено расширенное заседание антитеррористической комиссии, которое запланировано на четверг.